Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Сегодня 1 сентября, и я предлагаю коллективную практику для земной группы единомышленников в кристалле объединяющей любви в мире, любви, красоте, чистоте и радости в пещере творения Великой Матери или в решетке Гаи. А также вместе формаструем новый пятимерный шаблон и заякоряем его на временной линии 5D в единстве любящих ответственных душ. Что же это за новый пятимерный шаблон? Здесь легкие, светлые энергии доверия, дружественных настроев, образы мирной и процветающей жизни на планете. И жизнь во благо всех. Конечно, ввиду ваших профессиональных навыков, вы выстраиваете более точные и более расширенные версии новой Земли. Ну, например, у кого техническая часть на высоте, естественно, вы можете все это производить мысленно в деталях. Так и должно быть ваше личное творчество. Но есть одна основная цель для всех нас, и это мир на Земле. И вот чтобы не грузить тех, кто только зашел на этот канал или только прочувствовал, что такое планетарное сознание, предлагаю создать для начала единую мыслеформу. Я здесь и сейчас вместе с высшими цивилизациями и галактической семьей света в потоке света из собственной центрированности и веры в себя и других формострою собственное процветание и процветание всей планеты в радости существования. Дальше вы сами, со своим опытом, со своими сверхспособностями и со своими сверхвозможностями, создаете свою новую версию самого себя и выразите свое личное творчество. Что для вас новый мир? Какая это жизнь? Какой день вы желаете прожить? В каких энергиях и с какими людьми? Как желаете выразить свое активное творчество? И если желаете взаимодействовать со стихиями, то должны знать, что это магия. И уже были ролики на эту тему, и кому интересно, пожалуйста, смотрите. Божественная алхимия. Вот и дошли мы с вами до объединяющего кристалла ТИАС, что является группой или групповой солидарностью на плане материи, причем тесно вживую не общаясь друг с другом, мы как высеянные семена света по всему миру, но на дорогах галактики многие уже не раз пересекались, поэтому и чувство близости и родства существует телепатически. Теперь нам предстоит сотворять мир света здесь, на Земле, большим коллективом чувствующих и любящих душ. Вот много говорить не стоит. Лучше прочувствуйте, как это красиво. Все сияет. А перерождение идет по линии наименьшего сопротивления у всех. 1 сентября открываются широко всем двери. А о портале 909 будут еще ролики. Сегодня загружаем программы процветания. Удачи всем в формостроении. Лора.